появление группы «Огонь», безусловно, самое яркое событие этого года для нас. Хочется реализовать полностью свой творческий потенциал и, может, посотрудничать с какими-то интересными артистами тоже, сделать какие-то совместные работы. Все будет, мы будем отталкиваться от начала этого года и от его конца. Так что, я думаю, планов много у нас. В 2016 мы выпустили один альбом, сняли 4 клипа, поучаствовали в куче премий, подобной этой, десятки концертов. И следующий год мы хотим умножить все это на 1000 миллионов раз. Одной из традиций – это посещение какого-нибудь ночного клуба в поздней ночью или рано утром, и концерт группы «Огонь». Ну да, я солидарен.